Дима, я могу с вами? Давай на следующий тебя приглашу. Дима, я могу с вами? Давай. Так и не взяли топ. Ну, Стоп. блин, надо было, пацаны, вместе играть. Там еще сзади стреляли. Нет. У вас фонит у многих тут. Как? Куда прыгать? Меня слышно? Да, слышно. Да? Давайте... Ну, да, хотите приятный парк? Давайте приятный парк. Без разницы. Сейчас, почему, братан? А что за режим? Творческий режим сегодня доступен для вас. Даже если у тебя нет ПП. Тема. Просто я против 4 поднялся, меня зажали, пока вы гору поднимали. Я не поднимал никого, кстати. Я убежал назад, там пацана грохнул. Потом вернулся, одного нокнул. Коробку застроился, у меня что там, 15 хп осталось. И он, блин, я там вообще, моя стенка должна была быть. Я не знаю, почему там аккаунт не сделан. Мне непонятно. Я когда он долетает? Я тут на ХГ поднялся, сейчас заберу, прибегу. Твой спейсер нормально. Там есть люди, пацаны? Меня хоть у меня ВП, но в режим не играл, я тоже не играл. Пипец, что постоянно, когда собираюсь играть, я у меня лагает. Нам повезло, что с нами людей нету. Нет, пока ничего нету. Просто убежал до города. Хороший план. Он с катаной сочетается прикольно. Не взорвай какой-нибудь. Давай. Майки банк не забил? Нет, я не. Это был мой первый скин, который я купил, судьба это. Первый скин, который я за V-Bucks купил в игре. Нет. Опа, ракетник. Thank you.
Так, пацаны, пойдемте в зону. Лево, давайте на портал. Херачит. А у тебя место есть просто или нет? Ладно, забей. Я просто не хочу время терять. О, кстати, чат. У кого есть неиспользованный ход на бомбера? Есть? О, там шары. Да, вот. Да. Так, давайте все ждем портал. Не здесь, пока не. Там покинуть. Вот этот вот скин. А ну-ка, покажите. Вот на этого скина у кого есть скин, пацаны? Ой, код от поясника. Давай положим. Давайте полетели, знаете, куда? Куда-нибудь сюда вот. На себе. Отлично. Добро пожаловать, братан. Спасибо, что пришел на стримчанский. Так, слышите, там есть... Давайте вот, тут есть канатка еще. Вот на канатку даже. Кратко наверх, который. И, в принципе, даже так долетаем, наверное. А люди под нами. С кем представляются. Давайте, слышите, нет. Ниже, ниже, вы сядете. Канат. Канат. Расходников не было все равно. Тихо. Просто ждем. Не уверен, не лезьте, они все равно сюда побегут сейчас. Хорошие. Кенни, здорово. Какого модера? Пойду резать немного, подкоплю, потом вообще нету. Еще на ХГ, пацаны. Закройтесь с двух сторон. Пацаны сейчас с низин будут к нам бежать. И сверху нас валят. Ну они, по-моему, сейчас настреляли. Здорово всем. Саша, иду, спасибо. Она меня слышно? Меня слышно? Да. Там у них еще один стоит. Нет, заражаться не надо. Смотри, что патроны остались. Ой,
Пацаны, зону смотрите. Есть у кого что полететь? Нам нет смысла дальше. Уходите. На чем угодно. Привет, Дарс. АЗК, енотик, привет. Да я не знаю даже как. Там канал. Нет, канал не туда ведет. Зона, просто беги, я не знаю, сейчас как чукаем, доберемся. Давай, 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 не останавливайся, а то получишь сильно Антона. Потом мне на патрон дайте. Закружит. Я отлилась по бою, Никита Мечетин, здорово. Так, не обращай внимания на пацанов, пусть они агрессируют. Идем в зону, тут бинты есть, сейчас бинты, пацаны, подрежем. Так. Ракета у кого-нибудь есть? В одном зоне. Все, пацаны? Не успеваю. Три хп. Тихо, тихо, там пацаны должны бежать. Хильтесь пока, если есть чем. Я могу бинты дать. Иди ко мне. Я скинул за себя бинты. Ой. Так, там броня. У кого аптечка есть? Аптечка, аптечка, что-нибудь такое. Скоплите. Не за мной только не бегите. Окей. Ракеты есть у кого-нибудь? Нет. Ну сейчас посмотрим. Я тут подобрал что-то. Окей. Так, мне дайте бинты, если остались. Не, ракет нету. Фанатик, кому калаш там нужен? Она сейчас зайти. У вас сколько ресов? Ну, около 500. На кому-то камень скинул, кого-то меньше забирайте. Пойдемте сейчас аккуратно в зону. Только с зоны прям идем. Привет, я Пакистан, Рамазан, здорово. Здорово, пожалуйста. Так, люди есть, короче, на 139-140 на второй стороне моста. Нам надо на первый, значит, забраться, чтобы грамотно было. Желательно не умереть. Не обязательно, но желательно. Пинг-пингвин, здорово. Самолеты какие-то... Я заберу тут чебутин. Направо, чуваки. Мы в зоне, поэтому можем просто засесть. Все, напротив, короче, в здании челики тоже засели. Справа какие-то самолеты, там что-то. Внизу чел! Тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, вообще не провоцирует меня. Он белый. Вот белый чел. Тихо-тихо, не провоцируйте такой. Тихо-тихо, не стреляйте, стреляйте.
Тихо. Там птичка у них осталась. Сидим пока. Там еще один челик остался напротив. Постройки. Я дауна вижу. Ну, в смысле, летающего уже с мечом, погодите. Он на 10-18. Он к нам сейчас, походу, прибежит. Тихо. Они бегут сюда. Тихо. Пацаны, сидите наверху, я за аирдропом. Сидите наверху, не вылазьте. Потом просто в зону чуть-чуть зайдем и все. Главное, не умерите. Так, тут Чака, кто там самый маленький? Не он, иди сюда. А хотя, я тебя притараканю. Не-не. Кричи чисто. А Чак убери, в зону. Чак убери, я портал забрал. Нет, там есть один бинт только и все. У меня джамп есть. Но нам в зону просто зайти надо, здесь на ХГ построиться. Я покажу. Окей. Главное, я парню нашему дал Чаку, он должен выйти. Ставьте раздельные башни, но в зоне, чтобы вместе, чтобы он нас троих не срезал, когда принял. Блин, предможество было не уйти. Сейчас в порядке очереди. Против меча лучше шарики юзать. Хорош. А, по-моему, с мечом один и... Да. Досидим пока. Один не спрыгнул. Я не знаю, один левее, пацаны, один левее, два правее, поэтому... А, их всего два, это все. Тихо, сидим пока. Это лав-клад. Так, чё у Сидим. Аккуратно идем. Если чел нападает, я не знаю, что не хотите делать, убивайте его. Я понимаю, это задача тяжелая. Но... Блин, мне бы ракет. Да блин, она тупачка. Так что его прикрывает. Зона. Не скинул. Давите по их постройкам. Зажмите со всего, чего можно. Так, отбой. Тихо, аккуратно. Убил одного. Тихо, остался меченосец. Отходите от него. Не деритесь в ближнем бою, просто жмите. На разные дистанции застроились. У него резко закончились. Застраиваемся просто. Давите его по вышке. Зон, кому нужен был. Юра Ведров, здорово. Уже спали, допустим?